Поговорим о комплексах. Недовольство собой есть у всех, даже у тех, кто родился с серебряной ложкой во рту. Звездные наследники тоже зависимы от мнения окружающих. Вы когда-нибудь комплексовали по поводу лишнего веса? Дочка Ксении Бородиной – да. 9-летняя Теона прошла тест в интернете, заплакала и заявила маме, что идеальный вес для ее пропорций – 21 килограмм. Тебе надо весить 25, 26, 27. Нет. Мне нужно весить 21. Мам, я гимнастка. Я знаю, что ты гимнастка. Ты талантливая, еще бей 5. Мама, а то будешь мне нужно вонять. Весить 21. Девочку, которая находится в отличной спортивной форме, сбила с толку информация в интернете. Хорошо, что рядом была мама, которая быстро объяснила Теоне, что она красотка и должна любить себя в любом весе. У старшей дочки Оксаны Самойловой и рэпера Джигана тоже появились комплексы из-за интернета, а точнее из-за хейта в социальных сетях. Подписчики Ариэллы критиковали внешность и творчество подростка. Тогда юная звездочка перестала выкладывать посты и появляться в семейных влогах. Но осенняя фотосессия всей семьей стала исключением. После нескольких месяцев старшая дочка разрешила выложить фото с собой в интернет. Надеемся, такие комментарии от фолловеров, как «Возвращайся», «Без тебя не то» и «Какая ты красивая» растопят сердце Арии, и она будет чаще радовать нас активностью в сети.